Погромче, погромче. Меня зовут Артур, я живу вот здесь, в принципе, вот как раз на той стороне берега. Что произошло в целом? Городская ситуация. Ну, в целом, как, поднялся уровень воды. Когда это было? Ну, прям подняли, получается, уже панику, то есть уже начали суетиться. Это ориентировочно к 11 часам. То есть, вчера вечером? Да, вчера вечером, получается, 30 числа. А соседка, то есть соседи прям напротив нас живут, у нее, получается, в том граничит берегом. Ситуация какая, то есть она говорит, еще часов в 6 вечера заходили, говорит, МЧСники, предупреждали то, что аккуратно, они хотели там траншею закопать, ну, в общем, как-то там не договорились, я не знаю, все, почему пришло это все. Ближе часам 11 уже прям начали все суетиться, то есть МЧС приехала как раз нам на район, у нас тупик, они приехали, я на улице был в тот момент, предупредили, то есть попросили разбудить всех соседей, сказать, чтобы они все собирались и постарались уехать, так как очень опасно было. Ближе к 12 часам, наверное, ночи, да, наверное, ближе к 12 часам прошел как раз первый обрыв, то есть с этой стороны у соседа. Здесь есть пешеходная тропинка, раньше была, точнее, пешеходная тропинка, у соседа обвалился уже, то есть смыло забор. И вот после этого момента, то есть уровень воды все поднимался выше, и уже началось вот это вот прям. А здесь раньше парк был, да? Еще раз. Здесь раньше парк был, да? Здесь, да, раньше парк был. Построен недавно, кстати. Года 3, наверное, 2-3 года назад. То, что не помню. Никто не пострадал? Пострадавших нет. Информации, по крайней мере. Но у некоторых смыло сараи, постройки, да? Да, вот, но больше всех пострадал вот это. Вот сосед, у него как раз получается дом, в целом все строение очень сильно граничит к берегу реки. После подъема воды, то есть напор увеличился, соответственно, и начал подмывать. И у него все, забор весь получается, где-то метров, ну, 50-30, ориентировался, то есть не знаю. Весь забор снесло, уже вот сарай, не сарай, видите сами, вот открытые постройки получается. Потом огород замывает. Также дальше там следующий дом тоже граничит с берегом, тоже говорят, ну, огород метра 2, как уже смыло. Потом что еще добавить? Ну, все, в принципе. В целом, да, все. Ну, причина почему? Наверное, то, что не зачищают реку, то есть не контролируют. А домам сейчас есть опасность? Домам, ну, больше всего, наверное, опасность приходится вот к этому дому, который прямо возле Ривер-парка, так как у них нет, даже не постройка, скорее всего, жилая постройка, она граничит прямо возле, как видите, вот там река проходит под ней. То есть если синий не успокоится или же поднимется резко уровень воды, то высока вероятность, что он может обвалиться. Все, спасибо.